образуют. Температура воздуха в столице плюс 28-30 градусов, по области до плюс 32. Новостями регионов, в студии Алина Локтионова. Здравствуйте. Вести. Более 400 тысяч жителей Краснодарского края приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию. На участках соблюдены все меры осторожности. Социальная дистанция, выдаются маски и разовые ручки. Напомню, граждане имеют возможность проголосовать и на дому. Для этого необходимо позвонить или передать сообщение в участковую избирательную комиссию. Причину указывать не обязательно. Время голосования вне участка будет согласовываться с избирателем. Свой голос решила заранее отдать и пришла на избирательный участок в Краснодаре Ирина Караваева, олимпийская чемпионка.